Друзья, всем привет! Ты смотришь канал Робинзон не Крузо. Как у вас дела? Расскажите мне в комментариях, пишите, что нового у вас творится. И прочее. Сегодня у меня турнир по футболу. Благотворительный турнир. Мы с моим коллегой, моим другом, хорошим человеком и тренером, Папуна его зовут, делаем турниры по футболу. Одному очень нуждающему человеку в этом, зовут его Саба Беридзе. К сожалению, у него рак, и мы хотим маленькую часть, так сказать, средств собрать на его лечение. Можем хоть как-то помочь семье и что-то сделать. Поэтому, кто находится в Тбилиси или у кого-то есть, может быть, знакомые, попрошу всех напомнить своим друзьям, кто играет в футбол, что вот мы такие турниры проводим еженедельно. Пускай связываются. В принципе, все мои контакты есть внизу в описании. Вы можете посмотреть, связаться со мной, и уже будем дальше общаться. После турнира я поеду на концерт. Концерт Стинга. Да, сегодня приехал Стинг. Устал. Бегал. Хорошо сыграли. Короче, Стинг меня ждет. Сейчас зальем бензин и поедем. Кстати, тут в Грузии, если вы не знаете, тут выходить не нужно из машины, из салона машины, как бы сидишь и заливаешь отсюда. Атиларис премиум. Атиларис премиум. Вот. Сидишь, отдаешь деньги, он как бы и заправщик, и кассир. Супер. Только-только я говорил хорошие слова о этом сервисе, и ко мне сейчас были небольшие претензии, то, что я дал ему 10 лар вместо 20. И говорит, у меня не хватает 10 лар. Я ему сказал, чувак, как бы, ну я перед собой чист, поэтому я никого не обманываю. Вот, я просто тороплюсь немножко. Я бы там остановился. Можно было бы немножко разобраться, но... Что сейчас, а? Давайте посмотрим на ночной Тбилиси. Не бойтесь, я не нарушаю скоростной режим. Я обычно не... Я вообще, на самом деле, не люблю гонять. Езжу спокойно. Если, конечно, остальные водители хорошо себя ведут. Но я в целом всегда спокойно стараюсь. Не идеально, да, скажу. Есть со мной грешок. Но я очень стараюсь и стараюсь делать так, чтобы не нарушать. Ну, в первую очередь уважение к другим. А потом уже будет уважение к тебе. Вот так вот. Всем знакомиться, моя подруга Аня. Я не ждал, что мы будем сидеть на втором. Я тоже не ждал. Второй сезон. Я не ошибаюсь, не смотри, то есть сегодня. Нет, ты не ошибаюсь, потому что, во-первых, цена 500 да. Лар. Надо было одеться, как я хотела. Я хотела платье. Я хотела все в красном платье, на каблуках. Блин, ну дурочка. Нет, сейчас... А пришла в Найках, в лосинах. Концерт Стинга скоро-скоро. Скоро будет 8 часов, и он начнется. Ждите трансляцию. Второй ряд. Никогда не был на концерте Стинга и тем более Криса Бойти. Это очень круто, очень. У него был вчера концерт и сегодня второй, последний концерт. Да, а что ты пьешь? Кока-колу. Кока-колу. Нельзя на мероприятиях пить. Кстати, еще это. Ты же Ниху знаешь? Да. И 13 числа вечеринка. Трэп? О май гад, бог. Я 12-й был там с Амстердама видео. Такой не армейский, какой у тебя на чехле, то он то а из Амбиарча пошел, то есть когда твалит. Окей. А нет, 48. Вот. Ну давай, поближе. Правильно, Серега? 48, 42 лет. И
სცენაზე მინდა მოვიწვიო ლეგენდარული და განუმეორებელი მუსიკოსი კრის ბოდი, რომელიც თბილისს ეწვია, თქვენთან ჩამოვიდა თავის მეგობარში ინტერნეტ.
არის. Всем пока, друзья. Это был Стинг.